Ребятишки, всем привет! Как у вас дела? Давно видосов никаких не снимал. Ну, короче, некогда. Не получается. Старые открываю потихонечку. Это редко. Интернет фиговый. Нету, короче, интернета. Проблематично. Сегодня мне такой подгончик сделали. Человек канал мой смотрел видеоролики. Получается. На трансляцию на зашел ко мне. Ну, как прямой эфир. Короче, выяснил, что он работает тоже недалеко здесь. Ну, вот сегодня пошел, короче, покушать, разогреть. Он подошел и так говорит. Ты, говорит, ел александровские консервы? Я сначала не понял, что за фигня. Ну, потом до меня дошло, что тут местное производство. Консервы производят, короче, вот в Томской области. Поселок или город Александрово. Поселок, наверное, Александрово, короче. Вот, в Томской области. Там делают консервы, у них свой рыбзавод. Они разводят щуку, карасей. И вот, вот такие вот. Я консервы подогнал. Вот. Думаю, будет очень вкусно, ребята. Это вот со щуки, короче, получается. Кстати, вот, я много слышал о том, что их нахваливают, вот эти вот консервы. Видите производство. Кому интересно, можете заказать. По телефону там вам коробку вышлют обязательно, я думаю. Потому что у них не сильно большое производство, как бы. Им выгоднее будет по почте вам отправить. Я думаю, что они не по всей России это распространяют, вот это вот все. Такая вот щука, короче. И вот такой вот карась. С гречневой кашей в масле. Вот. Тоже такая же компания, видите. Как и здесь вот. Ну что, спасибо подписчику или зрителю моего канала, ребятишки. Ну это как донат. 230 грамм состав. Ну вот не знаю, будет лишним или не будет заснять, как я это буду пробовать. Ну, думаю, не буду, а то у меня есть видеоролик, где я употреблял в пищу копченого язя. И мне это видео задизлайкали. Вот. Так что, наверное, не буду есть. Просто вам так похвастаюсь. Вот. Как-то так, ребятки. Ставим лайкос за александровские консервы.